30 лет назад последний солдат вышел из Афганистана. Это состоялось 15 февраля 1989 года. Ребята, которые с честью выполнили свой долг, служили в 70-градусной жаре. Они мечтали о том, как увидеть снег все-таки. И в память о тех солдатах в Балакове прошла лыжная гонка. На территории школы номер 18 при поддержке депутата городского совета от партии «Родина» Владимира Торгашова, организации «Боевое братство» и комитет образования провели соревнования, принять участие в которых смогли не только спортсмены спортшколы «Юность», но и все желающие. На старт вышли любители лыжных гонок совершенно разного возраста. По прогнозу ожидался мороз, но погода не испугала балаковцев. Самые выносливые были на лыжне, проложенной вокруг футбольного поля 18-й школы. Участники могли выбирать, каким стилем ехать, но большинство все-таки отдали предпочтение коньковому стилю. Дети преодолели по одному кругу, взрослые по пять. Атмосферу праздника создавала живая музыка. Песни были посвящены годовщине вывода советских войск из Афганистана. И печаль не скрыть, твое сердце стучит, но хотел с честью жить, не забыть, никогда не забыть. Соревнования подводились в нескольких возрастных категориях – дети, юноши и взрослые. Всем победителям и призерам были вручены призы. Особо отметили самого старшего участника гонки. Сидорова Юрия Васильевича! Я лично выступаю, мне уже 78 лет, но я спортом занимаюсь. Воспитанники мои бежали вместе со мной, бывшие мои воспитанники, ученики. Я участвовал на первенстве мира, первенстве России, был вот в 1975 году, был призером России на 15-10 километров. И я, как говорится, как рад, что в родных стенах провели это мероприятие на стадионе. И лыжня была хорошая сделана. Все, спасибо за организацию проведения данного мероприятия. Самые юные участники отметили, что трасса была не очень сложная, но все-таки кому-то она далась трудом. Я вообще думала, что я упаду. Да. Еще второй круг не осилил? Нет. Я думаю, сейчас я третье место заняла, а потом я займу место. Да, первое. А, хочешь первое место? Да. Молодец. А ты скажи, сложно? Нет. Я уже пятый раз сегодня катаюсь. За меня болела мама и помогала мне, поддерживала меня. Мне вообще было легко. Юные лыжники уже строят планы на гонки в следующем году. И, скорее всего, эти соревнования станут традиционными. Ведь не зря 18-я школа всегда считалась спортивной. И эти традиции возрождаются.